Всем привет, грибные войска. Сегодня у Леси. Ничего нема. Нема вообще ничего. Все переросло. Одни грузди. Ну нечто нашли. Лучше не смотрите нас сегодня. О, блин, неожиданно-то, а? Ни у кого сегодня гриба нету из благородных. А тут сидит такой торчит один. Ха. Асина, представьте себе. Так, что это у нас такое? Да это белый гриб. Ха-ха. Белый гриб. Уря! Уря! Ха-ха. Так, дело ближе к осени. Может, они чистые? О-о-о! Ребята, он чистый. Он чистейший. Смотрите, он чистейший на самом деле. Белый гриб. Ну, ребята, гиропора синеющий. Он же синяк, сейчас дотронусь. Синий будет. Вот видите, уже посинел чуть-чуть. Где пальцами дотрагивался, уже посинел моментом. Синяк из рода балетовых. А товарищ будет желтенький, красивенький. Где-то надо рядом смотреть. Ну, в данном грибе ножка почти не нужна. Она как панцирь. Вот эта часть, она как панцирь. Именно самое интересное вот уже здесь. Чуть-чуть от шляпки ножка, ну и сама шляпка. Так, вот еще один синячок. Гиропорус синеющий. Ну, по песку как хорошо идет. Так, что видим? Видим. Так, курочки. Колпак кольчатый. Уже переросли. Ну, обычно, когда здесь колпаки кольчатые появляются, то, соответственно, искомый гриб, который мы здесь ищем, это грусть белый настоящий. Тоже в это время должен быть здесь. Это хорошая примета. Да, вот и первый грусть. Грусть белый, настоящий. Но это большой. Мы уже каюк. Я так понимаю, мы опоздали. Ладно, пойдем маленьких искать. Да, груздики есть. Но они уже все опоздали мы. Они же даже желтые стали, а не белые. Ну, тут нечего смотреть. Увы, поздно. Неделю назад бы сюда. Так, ну вот молодой. Молодой грусть белый. Это однозначно он. Я просто это говорю точно. О, смотрите, дырочка. Дырочка такая. Это молодой. Сейчас. Желтоватый уже. Желто-салатовый оттенок идет млечного сока на крае срезанной ножки. Может, видите. Ворсистая, значит, в закраюшках шляпки. Ворсистость такая только начинается. Белый грусть наш. Так, ну вот еще один малыш из немногих, который остался живой. И какой он живой? Ну вот видите, маленький. И все. Даже его не возьмешь. Ну хоть черных груздей набрать. Вон, какие-то черные у нас есть. Давайте посмотрим, если под низом, под шляпкой будет беленькая, все хорошенькое будет. Ну вот эти. Нормально. Может, черных сегодня наберем. Но с белыми проблема. Да, чувствую, сегодня мы с белых груздей перейдем на черные. Черные тоже, кстати, вкусные грузди. Но тут немножко потемневший, наверное, не возьмем мы его. Будем искать такие светленькие, под шляпками, чтобы были светленькие. Этот не ахти. Да, вот такие. Вот такие малыши.
Нам все и нужно. Кстати, они только пошли, так что может на самом деле нам пройтись по черным груздям. Вот, видите? Вообще красавчик. И, видите, под шляпкой все хорошо. Все беленькое, замечательное. Так, ну вот сегодня пособираем хоть гладыши. При засолке даже говорят, более вкусные, чем рыжики. Вот они тоже такие. Ой, не очень. Давайте посмотрим этот. Вот они тоже полые. Как видите, надо немножко их. Не очень мне нравится, честно говоря. Да, надо их полностью как-то сделать интереснее. Ну, походу, не пойдут. Вот этот, ну, тоже не очень. Да, сегодня наша цель из белых груздей превратилась в черные. Ой, вообще не очень. Ай, блин, что это ж такое? Почему так не везет сегодня нам? А? Ну, видите, не то, не канает. А он еще один. Что-то этот получше будет. Не такой же. Ай. Так. Что это у нас? Хорошенький? О, вот этот более-менее еще. Вот ищем такие и получше. Так, ну вот какой-то более-менее нарисовал. Смотрите, какой интересный гроздочек. Вы когда-нибудь такой видели? Цветочек. Это грусть. Только он двухсторонний. Чик, но здесь ему уже жопа, да. Ой, извиняюсь за мой плохой английский. Так, ну вот этот может быть лучше. Сейчас посмотрим. Ну тоже не ахти. Ну, я думаю, брать можно. Так, гриб веселка. Уже, кстати, гриб выстрелил. Надо яйцо. Яйца всегда рядом находятся. Вот, вот оно рядом. Сразу видим, находим рядом яйцо веселочки. Его можно есть даже в лесу. Надо достать его еще проблематично. Ай, уже оно почти выстрелило. Видите, даже уже не то. Жалко, не вовремя. У нас шкурка слезла. Не вовремя пришли. А вот рядом опята. А вот и опята, которые ищут сегодня все. Это знаменитый гриб в данный момент. Потому что он идет массово. Ну вот видим, да? Это сосны. Реально видно хорошо сосна. Сосна. И на сосне, на хвойной породе дерева, опята. Реально, опята переросли, конечно, но это опята. Вот. Не только на березах опята, видите, и на хвойных есть. Да, веселочка. У нас сегодня, конечно, цель грузди. Ну, вот яйцо. Яйцо веселки, вот видно хорошо, да? Вот яйца можно брать. Раскрытые веселки. Уже брать не надо. Вот. Вот, конкретно, реально, вот такое яйцо можно употреблять в пищу даже в сыром виде. Немножко соли. Можно салат делать, можно настойки делать. Хорошо там при онкологии, там всякое такое помогает. Так, ну вот что у нас сегодня получилось. Ну, грибов нету, смены слоя нету совсем. Ну, чудом были найдены вот белый гриб, подосиновик. Чудесные грибы были. А так, конечно же, грузди хотели найти. Вот маленький красавчик. Яйцо веселки. Ну, пришлось черные грузди. Черные грузди вот такого плана искать. Малышей понаходили более-менее, что-то собрали. Гераппорус вон синеющий. Короче, ничего интересного. Нету смены слоя. Будем ждать, пока пройдет засуха. Приятных вам грибосборов. Грибные войска Беларуси были с вами. Спасибо за внимание.